Как подписать первого партнера в команду? Рекрутинг с нуля. Смотри, в самом начале твоей сетевой карьеры ты не являешься экспертом по сетевому маркетингу. Единственное, что у тебя есть, это твоя энергия, это твоя одержимость. Именно на этом иди к своему теплому кругу. Да, да, я рекомендую начать с теплого круга. Иди особенно к тем, с кем у тебя максимальный уровень доверия. С кем тебе прям хочется, чтобы люди были в бизнесе. И продавай им не баночки и не сетевой маркетинг, а продавай им свою одержимость. Продавай им свое видение. Разговаривай с ними про те чувства, которые ты испытал в момент, когда принял решение. Ведь ты же принял решение. И расскажи о том, что ты думал, что ты чувствовал, как ты принимал решение. Поскольку уровень доверия высокий, то и твой рассказ будет очень релевантный вот вашим вот этим отношениям. И пусть ты будешь путаться во фразах, пусть ты будешь что-то не понимать, но предлагай ему, представь, как мы с тобой вместе. И дальше говори о том, как ты представляешь свой бизнес вместе со своим другом или таким теплым знакомым, которого ты видишь, ну прям близко в бизнесе. Знай еще одну вещь. Тебе очень мало будет подписать одного партнера. Тебе нужно создать групповую динамику. Вот та энергия, которая внутри тебя кипит, вылазит отовсюду. Тебе нужно эту энергию приумножить. А для этого тебе нужно активировать первую линию не одного и не двух, а человек 20-30 в первую линию. Поэтому не думай про одного, думай про 20-30, но начинай с самого горячего круга. И дай понять человеку, что тебе некогда. Дай понять человеку, что ты благодарен ему за ваши отношения, что ты благодарен ему за то, что он тебя послушал, что ты будешь с ним в любом случае строить дальнейшую дружбу. Но ты загорелся, у тебя внутри динамит, тебе срочно нужно бежать к своей цели. И дай ему понять, что ты побежишь. Будет круто, если побежите вместе. Но если нет, не беда, ваши отношения не испортятся. Вы останетесь друзьями, а ты побежал дальше, потому что тебе нужно 20-30 партнеров в первый месяц в твою первую линию.